Телеканал Континентальной хоккейной лиги приглашает вас в Нижний Новгород. В 126 попытках 10 пропущенных шайб из 69. Опаснейший момент. Да, у Галузина был сейчас шанс. Но последние секунды истекают штрафных минут. Комарова и Григорьева. Все, появились на площадке пятые хоккеисты. Хорошая передача. Выход 1-1. И вот это момент. Да. Продолжается, тем не менее, атака. Бросок. Максим Потапов дважды в одной атаке имел возможность отличиться. Разгораются вновь страсти у нас. Повтор этого эпизода. Да, под щитком Еременко завладевает шайбой. Пестушко за ворота делает передачу. Комаров на Пестушко. Пестушко на Граника. Гравиков. Опасный момент, бросок поворотом, и 1-0. Доминик Граняк открывает счет в этом матче. В считанные секунды понадобились динамовцам, чтобы реализовать численное большинство. Белохвостиков, защитник под 81 номером, который не так часто появляется на льду. Не так много у него игрового времени. Опасный момент сейчас. И вторая шайба в воротах команды хозяев. Максим Пестушко принимает поздравления партнеров. Для него 9-й гол в этом сезоне. 17-е набранное очко. Максим Пестушко возвращается. Конечно, будет очень тяжело догнать. Аккурат возвращаемся мы к моменту вбрасывания в зоне динамовцев. Выигрывают его и нижегородцы. Ходжман на Григорьева. Передача. Прострельная попытка у Джастина Ходжмана. Пас на пятак. Здесь Максим Потапов. С неудобной руки бросок и гол. Динамовцы все-таки пропустили. Денисов, защитник, празднует успех. Смотрим повтор этой атаки. Передача Ходжмана на Потапова. Еще одна. Бросает Потапов. Еременко отбивает. И вот примерно с той же позиции, с какой забивал. Бросок поворотом. Это Денисов снова. 28 номер. На этот раз Александр Еременко выручает. Отправили шайбу в среднюю зону. Не проходит пас под чужую синюю. Максим Пестушко вошел в зону, оставил шайбу партнеру. Это Соя, передача. И вот это да! Сергей Соин забрасывает третью шайбу Динамо. Ну и, по сути дела, я думаю, снимает все вопросы относительно победителя в этом поединке. Не ожидал Виталий Коваль. Хотя должен был быть готов к такому развитию событий. Все. Посматривают уже команды, хоккеисты, зрители на секундомер, на табло. Виталий Коваль чуть ли не клюшку ломает.